Уважаемые жители Ихвинской волости, от имени фракции «Ихви наш дом» хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, с Рождеством. Уходит от нас 2020 год. Для каждого он был свой, он был разный. Были радости, были горести, было веселье, была грусть. Но все мы запомним этот год по-особенному. Этот год, который заставил нас носить маски. Этот год, который заставил нас ценить общение друг с другом, потому что мы были изолированы и не всегда могли обнять своих близких, пообщаться с друзьями. Всем нам хватило терпения пройти этот год достойно. Мы надеемся, что в следующем году мы станем еще сплоченнее, что в следующем году нам хватит сил и терпения, что в следующем году у нас будет больше веселья и меньше грусти. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что только все вместе мы сможем добиться цели. Во фракции «Ихви наш дом» есть девиз «В единстве сила». И сейчас он как никогда актуален. Берегите себя, здоровья вам, вашим семьям, вашим близким, вашим друзьям, всем, кто вас окружает. Пусть в следующем году сбудется все, о чем вы мечтаете. Пусть в следующем году будет больше веселья, чем грусти. Пусть в следующем году ничто не ограничивает ваше общение с близкими людьми. Будьте здоровы, берегите себя и помните, в единстве сила.